бойцы. Блэквуд устраивали эксперименты с кибернетическими имплантатами неподалеку отсюда, но потеряли контроль над ситуацией. Ваша машина оснащена генератором Эмми, который выведет из строя главный терминал базы. Задача отряда — доставить машину туда. К вашей позиции приближается большая группа врагов. Когда профессор выглядит их, немедленно открывайте огонь. Держитесь вместе, бойцы! Короче, у меня на высоких настройках игра стоит. Я не вижу готов, короче, потому что у меня тени и вся фигня. А боты не подсвечивают. Я не тебе муха или что-то там.
Я на рабке говорю. Короче, у меня просто на высоте настройка стоит игра. Я не вижу. Потому что, короче, тени очень сильные. Ну, труднее, короче, играть. Просто пройдет на испытание. Просто последнего босса зачистил на бою. Я только из этого пошел. Нам конец. Защитите ее.
Здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Держитесь вместе, бойцы! Держи.
Уйди, 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 уйди! Запас пополнен.
Подойдите сюда. Держитесь вместе. А сюда, Андрюх, ходи еще, убивайте просто бота. Мы у цели. Надо вывести терминал из строя с помощью Эми. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Остался последний, но у него Эми щит. Цельтесь в кабину. Все. Не стреляйте из него. Ну-ну. Thank you.
По-моему, пофиксили, короче, эту фигню. Сейчас еще по-моему, по сути, там, короче, можно его купить. Ребята, кто-то еще хрен поставил. Андрюх, я его убью. Короче, вот тут должен был быть баг, они вот поставили какую-то херню, вот она. Видишь, вот,
А тут вот садились, и, короче, это... Короче, там можно было сидеть и просто его убивать. Видишь, не подпускаешься. Они исправили эту херню, короче.